Варга С. Бой, давай сейчас здесь самый рейл, короче. Квест. Я не рейлил квест. Ну, короче, сам знаешь, что там делать. Че, я куку знаю, ты просто говори там бить похуй. Зеленых не замедляешь, красных замедляешь, вот и все. Сотку накопил, сразу нужнул там на босс. Уже знает, он же, блядь, не один шеймов уже сделал. Да это ж воин, блядь. Гайчи запишу, может, вырежу. Сейчас остался. Ну давай, поговорю. Ой, да у тебя есть какого-то танка, я уже спекну с ретрика тогда. ДПСа хватит, спекнешь танка обратно. Я в танке остался, я только спросил. Мага пробавить, my love for you, падал. Каску мага МП5, пристабав. Паладины, быстрее, быстрее, быстрее. Один час остался. Так, все, Войд, пей. Каски на магах нету, смарт-Q. У него будет много времени пахнуть, он не кукнет. А горит это. Сейчас больше стен переводим без слизи. Потом поведешь к зеленому, только там подождешь, пока он колбу поставит. Чтобы люди сразу начали бить. Зеленый вылился, ладно. Сейчас тогда стоим у стола все, ждем, пока он выберет цель, потом идем бить. На мне отлично. Сбегайтесь ко мне. Колбу, колбу, за спиной не стоим. Слизни добейте. Перепух, там колбу сейчас летишь. Красного сыграли. Че, колбы будут? Иди под зеленого заводить босса, нет? Да, да, под зеленого заводи. Уже поздно. Давайте все милики сразу от зеленого. РДД соберитесь в одну кучу. А вот замедлил его. Эрдру, дай бы эрху липал. Красный вылился. Играйте по красному. Сейчас колбы будут. Рога, куда ты бежишь? Стой, от него беги. От красного беги, скорее. Сука! От красного.
рефал, ты ловишь пельмени. Сейчас зеленый выберет цель. Потом начинаем по нему играть. Не сразу. Пошли играть зеленый. Сейчас сначала зеленого добейте все. Он не заметен, да? А розовым сразу. Пельмени, осторожно, пал. Колбу. Проводи колбы. Были уже. Нету колбы. Не закончится. Забирай. Так, на меч 400 так, заберите. Забирай пол. Ролим колбу. Редриком, может, надо. Отдаю хулю Павлу, потому что он не идет. Это прям чисто на ретрик идет, оно больше не, да. не идет. Нет, только ретрик. Эмпу нормально. На эхо еще вроде. Ну, в моем понимании это такое, блядь. Это хуже Армса, наверное. Не, вообще он нормально дамажит. НХ могут дамажить. Если умеют. Просто редкость. Молодец, там сколько давал? 18 чем-то. Так, киллер старты забирал уже токен. Да это шабычка. Все, отдаю. Да пофиг че. Пусть всем достанется. А варта не забирал только? Так, у кого танк еще есть, пекнитесь кто-нибудь. Ну, трэш. Не уходите, я ФКшек, у нас 50 минут осталось. Не думаю, что Олег не подождет 10-15 минут. Ну все равно давайте торопиться. Ну я думаю, он скажет, не собирайте рейди, если вы не можете их отрейдить за это время. Не обращай на него внимания, чего вы так... Ничего не скажешь. Сегодня, кстати, так рано РТ поставили. По льду пойдем, потому что, наверное, скорее всего, сегодня почем. Да, в льду было бы здорово сходить. Вуди, да ты там ставь, короче, метки фулл заливай. Короче, дойду минуты на 3-4, надо срочно. Хант, этот смарт-килл, ой, киллер старт, ты можешь на поле там 3 моба? Сверху. Ну, так, чтобы только 3 моба напулить. Вешаешь на пол, и это ставишь на бездействие. На поле делаешь тройной выстрел и притворяешься мертвым сразу. На пол зал притворится. Пета поставь на бездействие. Да без разницы, на паладина надо капать. Кого хочешь? Лучше на пал. Лучше на пингвине. Боссов на меня. Ну, получилось. Нормально.
Масса их заливает. О, вот теперь красный. Нет, вольну не будем с учетом бегать. Долго бьем. Поиграйте по звездочке оставшихся грей. Ваша сдаст это и мой оп. По советнику пока. Кто-то там по звездочке. Смотри, Хант, сейчас напуливай правый точно так же. Даешь на пол, делаешь тройной выстрел, притворяешься мертвым. Что-то не получилось. Дайте бомжей. Играйте по советнику сначала. Вот звездочка. Потом по кружочку. Гнев небес там. Что это такое? Танком тоже синие. Да, любой вид. У полипалов вообще никакого плюса от этой джаги нет. Есть рекаунти, есть у них циферки. Ну да, так, вот единственное, что у них КПС от этого больше. Ну типа, либо они это нахиливают, либо это нахиливает кто-то другой, кто кидает. Смысла нет никакого так. Не зря же придумали аддон рекаунт, помимо. Слушай, поднимайте мертвых и сразу бафайте их. Потанчу какого-то босса, короче, Талдрама тут, допустим. Славик, ты квест взял? Фулбаф. Дайте пристабаф, лап в инту. В куполоком. Капар, ты тут? А про каску? Они экзорцизма вообще не бьют, да? Нет. Чем мы танка будем? Ну да. Раздай всем каски. Шаману каску. Если рыба. А, рыба стоит, все молодцы.
Smart Q, что такое? Чем ману попью? Короче, кто на ком, да? Ты на какие листы делаешь? БДК на двоих. Хант на поле, что Алдорама. Я Талдорама. На БДК. Держи такого лана. Все, поехали. Да, поехали. Зачем три танка? Вон. Я чтобы на лане не стоял. Не победительные корабли меча. Теперь наши силы едины. На поле хан там. А, у нас же три танка. Нормально. Сбежать надо будет. Моя чаша полна. Че, рост, наверное, дать, если на тут арена придет. Все равно на лайне стопить будет, чтобы было красиво. Да. Давайте раз. А, мне КД. Раз, 30 секунд. А если ты не уклонит тебя? Ну, в смысле, КД на скилл, я его там на трэше прижимаю. А, у нас один шаман. Я думаю, можете играть там. Ну, не особо там следить за этим сверхом. Пал прожмется. Мы его убьем. Так, в центре вихрь. Нет плаща на танка? Нету. Быстрее ролим, но в спек там кому надо. Присты там, кому надо. Роти. Ну, да, это хорошая колечка. Сначала по кружочку, потом по звездочке. Заберите мобы, блядь. Ролим. Войт, у тебя хороший мод есть? Да. Хорош.
Если боешки с мобов падают, там говорить. Так. Я буду их себе забрать, да? Конечно. Пробахайте мага. My love for you. По-моему, он один падал. Так, толку словит, кусает череп. Там БДК с Войдом вначале бегут. Ну чё, командуй. Погоди, нету никого пока. Аспика нету. Давайте чекнем бафы, чекнем пол. Так, все готовы, танки. Так, погоди, БДК и Войд бегут сейчас. Войд зеркало ловит. Протопал не бежишь пока. Потом переагришь. Побежали, побежали, давайте. Только не там, там просто бить начнешь. Все словил. Подходи там. Только попробую на вкус. Вам такое. Бля, руку кусишь, Войда. Страдайте же. Слава, я в РК, я слышу. Как вам такое? О, звездочка на войде. Сейчас там 5 секунд будет подвигать к нему. Типа подвигаю. Я чтоб дамажить, так он стоит, что-то дрочит. Что там дамажить-то у меня там кошмар? Все, стопай будем. Хуй этот там кошмар собирай. Ну, чтобы не убило. Паладину и вару делал вообще без танка шмот. Даже не в танк. Ну, на сестре все равно надо. Вару там Фурик аспект. Как вам такое? Страдайте же! Так, Джонни Бой, да, я сейчас гимн на ХП. Сейчас дай гимн на ману. Как вам такое? Страдайте же! Рога, беги вдоль стенки. Не так. Блять. Нихуя у тебя стенка, заебись. Так уж а нету, что ли? Нет, у него есть просто. Это Рога, ну он не знает тактик, видимо. Он уже на третьем боссе тут. Стопайте пока, стопайте. Он с гильдии, да? Да. Ну он какой-то новенький. Войс сколько укусов сделал? Два? Да.
третий. Чего вы постоянно спрашиваете? Третий укус передается после второй взлетки. Сейчас 50 секунд. Стопнули пока, стопнули и не бьем. Взлетка по времени, что ли, или по процентам? Да, как по времени. Не бьем босса, стопнули все. Че не бьем, 10 лямов еще. Нормально, потом быстро сольем. Оптимус тактик не знаешь, сука. Да я как-то и не задумывался об этом. Нужно потанцевать пока. Че там, сколько, через сколько? Как вам такое? Передал? Да, можно добивать. Добивайте. Че она не подходит к нему? Вперёд, до канала так не бьет даже. Угроха упала. Еще. Роли. Колема, извини, я тебя подставил. Это я тебя укусил, а ты не смогла потом передать. Это мужик, наверное. Да не. Лучше умереть сейчас. Это девочка? Собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Ну да, она вроде же раньше играла. С Писваном у нее приз. А, вспомни. Наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Не, просто надо цели выбирать заранее. Какая шмотка нонсе там на БДК идет? Или там 5-то 10? Голова. Голова или штаны? Да. Смотря, загоняешься по мастерству или нет. По мастерству не загоняться, это мимо. Что, поехали? Танки, хилы тут. Сейчас, подожди. Танка нет, но он принял готовность. На пули на БК. Потанчем. Видите метки сначала. Кружок. А потом квадрат. Если квадрат, то рунбик. Умрите!
Ранья, умрите! Жалкие солдаты! Умрите! Что? Что я наделал? Нет! Все, идите бить толпу. Даже эти крока не бегите вперед. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного авангарда, и служите. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! У кого есть хитл аспект, присоедините? Че, ни у кого хилов нет, что ли? Гибель наших товарищей была неизбежна. Они жили и умерли во имя серебряного авангарда. Я отошел на 2 минуты. Друиды есть у кого хил аспект? Паладины есть у кого? Лайнер шам, зайду, поставишь шкаф с манеж. Давай. Вот самое крутое, это когда буря откатывается, да? Ну, прок, типа, вот этот, да? А, это 3-10. Это получается хоста, типа много хосты и будет быстрее буря откабешиваться, типа, да? Давайте фулбаф.
Со шмотом набирается слава, не с джунгом, камни худеет. Так, короче, ДЦР, ДРУ сидят на рейде. Два Аршама хулипал летают. Летайте, короче, звездочки все. Паладинов убав, давайте. Смарт. Чё, есть у всех каска? Нормально. Обновляйся. Зачем? На следующий. На ДК каски нет. И сдохни просто. В лужу зашёл. Пальпация. Всё, погнали. Всё, все здесь. Ой, помог этой каске, а то каждый раз ждём каску. Подавить или в первую очередь залива? Вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Подавить или потом маги? А, толстые с зомби. Последняя цель. Усиление маг кинул. Маг справа. Мага залили. А что летите тогда? Подавление залили слева. Морти. Макс справа. Все, Вальки зубы, блядь. Думал, драконы без зубы, да? Сейчас подавление выйдет право. Подавление залили. Задница. Макси самый красивый дракон. Внук Сигры. Сапфирон. А. Силы возвращаются ко мне. Давай после следующих дашь рост. К заднице. Подавление залили быстрее. Не надо у задницы взлетать, сразу собирать. Хуя на шевелится, блядь. Макс справа. Все рядом были, я помню. Макс справа. Сейчас выходите раздавать.
Сейчас подавление было. А, все, молодцы, захили. Ты сейчас трясей кем? Локом пойдешь обратно? Ну да. Зайду после ивента уже, скажу Корну. Угу. Ролим плащ. ГЦ. Пояс на Мелика. Ой, спасибо, я релогнусь. Ну, Кахвар сегодня оделся нормально. Что, я отошел уже? И спустился вниз? Да потом присумонишь. Тут мне не заходить, вы же уже на ивенте. Пошел поем. Потом поешь. Его на босса осталось. Могли бы и шкаф поставить, и присумонить. Ты где на шкаф? Блять, сбил. График поставь, шкаф. Ясно. Давайте заливаем трэш. Один, два хила в каше. Хат не веди пока трэш, хилов нет. Веду трэш, сейчас готовьтесь хилить. Дракончики плывут. Палы дайте, сейчас гнев.
как зайти. Угу. Готовьтесь хили час, еще пак веду. Заходи. Не веди пока к драконам, сейчас и добьем этих сначала. Все, давай, дракона. Кинь оковы сейчас, кинь оковы. Кто-нибудь курил кальян на энергетике когда-нибудь? Да, пробовал. Тоже хочу попробовать. Фигня, да? Все, кроме воды и молока, задурманивает. Давайте агрим следующий. Беспонтово, короче, получается. Если настоящий вкус хочешь почувствовать от табака, чтобы он раскрылся, либо на молоке, либо на воде, больше нет. Наверх веди дека. Да мне просто посоветовали, я уже энергетика тут. На молоке я тоже всякий табак лучше. Ну, как кокосовый, только на молоке нормально. Молоко же больше не вкуса придает, а мягкость требует. Он сладкий такой получается. Ну, ты с молоком перебарщиваешь, походу. Он не должен отдавать молоком, не должен никого прикуса давать молока. Он должен просто делать мягче с водой. Молоко один к одному с водой, или даже один к двум с водой. Потому что если жирное налить молоко, оно будет пениться и зальет тебе все. Давайте хилы захиливаем рейд. Хочу свежий какой-нибудь попробовать. Давайте спускаемся вниз, фулл баф. Мяту добавьте, все что угодно будет свежее. Ставьте рыбы, если есть. А сейчас там всяких добавок понапридумывали. Каску да, покачек. Добав. Минту. Давайте фулл баф раздавайте. Интеллект. Все, все готовы, давайте спускай дека. Инту, маги. Интеллект.
Вара, там я разве буду крикнуть тебе хп? Захил, захил рейда. Один хил только хили. Больше 5 стаков не набирайте. Беги, малышка, беги! Отбежали. Сейчас сдохну, что-то залагало. Не выжил хиль. Полипал только хил. Славик, сам знаешь, что делать. Метки вниз. Бля, я фрост мод, сука, не одел. Лобочки не нужны. Глыбы подбиваем до 50% без дот. Когда ты умрешь, Славик будет кончить. Глыбы не бьем, левую подбейте самую дальнюю. Разбили глыбы. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Чего здесь сегодня пойдем до 4:10 я? Беги, малышка, беги! Блин, я забыл. Вы чувствуете, как ледяная ладонь скрипит? Тупить тяжко будет. Давайте все наверх. Глыбы вниз. Там подальше друг друга вставайте немножко. Танки разбейте. Потом разобьют. Или что, или два танка на глыбах. Ну ДК разбейте, главное. Центральную глыбу не бейте. Алло. ДК добейтесь. Разбивайте. Фаза, все глыбы под босса носим. Бычий ус под босса. К передней лапе. Быстрее к передней лапе. Он бегит. Велики, блядь, ебланы. Разбивайте быстрее все глыбы. Вторую под босса неси под босса. Аспик, блядь. Блядь, еблан, сука. Минус 100 кровлу, нахуй. А въешьте глыбы. Сначала глыбы, потом босс. Сейчас в сторону отнеси. Быстрее, разбивайте глыбы быстрее, бля. Неси так далеко, как мы тебя разбиваем. РДД разбейте глыбы. РДРО подними, бычий ус подними, перепуха. Разбирай. Босса сразу разбирай. Тряси под босса.
Блять, милите, сука, сейчас посмотрю, кто там заморозился, нахуй. Какой уёбок. Под босса неси, под босса. Глыбу сразу разбиваю. Что говорить, это я знаю, что делать. Сейчас под босса будет тяжко. Под босса, под босса. Бога. Быстрее! Хвост, не беги, блядь, тебя откинет в рейс. Скидываем стаки, не бейте глыбу, не бейте. Отбежали сакру, дай. Разбейте. Иди меня протупал. Разбейте глыбу сразу, разбиваем глыбу. Последнюю под босса, потом добиваем босса. В сторону. Добиваем босса. Да, они захилили мага за. Сука, талик упала, я не с собой. Ебать. Сука. Да, о, блин, бога, нос. Олег, ты тут? Аспик, я тебе сказал. Андрол нахуй. О, Фога выиграл. Фога, ты писал, что ты ролишь на своем? Да. Да, он писал, писал. Надеялся всех отсеять до себя, да? Заник, чтоб я его в ЧС кинул. Какой-то приз, да? Аспик, да? Аспика. Олег, слышишь, это... Запиши Void Force в этот в список на ШМ, там, как ты сейчас сделал. Блин, столько людей... Купите шкаф. Делаешь их ближе шкаф. К 80 годам. Давайте я фулл баф, варов пробафать. Я там был урон на ПВП, окей? А, ни к чему еще сумонте. Вуди, почему? Хорошо, а каску пошла. Смарт-бил, да? Бафы, баски. Ой, бафы, каски ты. Бафы, ниш. Слышите, я там зол паролю на PvP, окей? Можно? Да, короче. Пароль, что хочешь. Писал в аркашат, потом никаких проблем не было. Паладины, бафы, погоди, стой, у нас сейчас минус холипал. Так, Войд, бафы все кресты, все. Смартюк, каски. Пашумана, пускай он бафнет тогда, все кресты. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслужил. Надо, на мне есть и крест, и этот, и каска. Меня не бафни. Каску варом смарт бафни. Так прикалывает, когда люди, которые тупят, пишут про гильдию, что типа тут одни раки собрались. Это пиздец. Стали РДД все звездочка. Он написал, у вас гидаунов, и весь сервер это знает. А где танчить, возле пика? Ты не видишь, где мы стоим? Чуть ли Клапс. Thank you.
большой вылез в бордо-дезоне. Кто с чума? Уничтожат. Рога выноси. Ну, кошин, даже. Чумы мало будет. Хорош, рога. Забери сейчас еще мелкий трэш. Забери сейчас трэш. Смотри. Мелкий забирай. Все на край, быстрее. Дайте капельку, он просто упал. Децедис пыльчу сало с ДК. Она не умеет. Деце, дай ген на ману. Давайте последний дух, добиваем быстрее. По станам сказал. Забыл. И тут даже аддона нету. Тут не будет никаких ДПС есть хороший. По дну просто не уходил. Да гнев кто-то даст и нормально. Встаньте все в одну точку. Ой, ты дашь гнев, остальные не жмут. Я надо, у него нету на панели, и в книжке он хуй найдет сейчас. Да есть у него, я верю. Фул ДД в Алексе, все в Валькир. Беги, малышка, беги! Искорнение. Блять, что за привычка порталы заливать постоянно? Да заебал. Ну, я бежал туда. Ты в платформу упал, сука. Тебе повезло, что я подвалил, ты не понял. Звездочку устаньте. Сейчас будет сохранение после первого IQ. Вы бегите к трону. Не в КД поверь. Все в Валькир. Стоят в луже, выйдите нахуй с него, дебилы. Сука, ебланы, блядь. Еще слепые, нахуй, еще, блядь. Просто тупые, нахуй. Я вообще слов не знаю, не говори, блядь. Просто, не знаю. Мильдия даунов. Заткните меня лучше, блядь. Доигрывайте, блядь, чайно. Отбежали от бот, сейчас сохранение было. Идите вон в лужу, постойте мне, черненькая. Добивайте босса, добивайте эй, быстрее, добивайте. Все, давайте на край все, на край. Пропало, блять. Сакру дай. Успел, да, сдох. А сдох потом поднимем, короче. Интиага, никчем, Джонни Бич. Джонни Бич алчат, Индряга, все понятно, никчем, это вообще пиздец, позор. Джонни Бич это лучат, Эндриага это понятно. Сферу, сферу убивайте. Сфера прилетела, ого. ШП. Они в Вальке улетели. Но то, как вы в луже стояли, ребята, это вообще пиздец. Там было нормально, вы не в лужу, вы не, блин, стояли или прыгали, не знаю что. Просто стояли на краю лужи. И смотрели в небо. Прыжками, там прикольно, что ты быстрее не выбегаешь, я не знаю, что люди прыгают. Прыжки уже не увеличивают быстрее. Раньше, короче, несколько лет назад... Ты можешь сразу с неё выбить.
А прыжка не имеет, не получается. Надо будет БР дать, ни к чему. На Иове, короче, слушай, надо было не выбегать, а выпрыгивать. Если, короче, просто бежишь, она разливается. Если выпрыгиваешь, то я до сих пор сейчас это, ну, привыкнуть не могу к этому. То есть, если вы видите то, что люди прыгают, то по-любому они с Иова. Пробафайте, ни к чему. Пусть лужа на лужу обычно несет. Перебежали в другую сторону. Побег будет. Не расстраивайтесь, в следующий раз лучше выйдет. Это же всего лишь игра. Как говорится, не вешайте нос, да? Да, алло. Кого такой фон, блядь? Да, Олег. Что, добьем, так? Давай, добивай, 5%. Давайте 2% сливайте быстрее. Мы его втроем хилили втроем, да? Это фурор. Ты чё, зачем ливнул-то? А чё, мне ничего не надо. Лут может забагаться. Не знаю. Мне показывают, что я на шестом месте. И? 14-м, блядь. Руки, как я и рассчитывал, тебя следует наградить. Ну возьми там, я плюсую на ИП. Тоже зайду на ИП. Какие книги штаны? А, я ж в комнате был. А сколько у меня вообще ДПС там? Титка, а есть хоть? Славик, я тоже буду на ИП заходить потом, после лут. Этот мир в пучину хаоса, а сирот пойдет от их рук, и ты станешь... Спать, будет. У меня есть ассист там, нет? Нету. Нету. Сейчас СРЛ, да. Последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Кто там еще на ИП? Все плюсом нет. Невозможно. Хватит, Артас! Того, кикнул моего. Да. Я еще Славик буду заходить. А хотя давай сейчас иду, я же отдал тебе работу. Настал час расплаты. Я Глору как раз забил. Там Никчом и Рамзес. Они только слича. Thank you.
Слышишь, Вадь? А. Никчем, Рамзес, наличие. Да, ну нафиг, два Митриоса. Че, сколок заберу, да? Ну и нет, это мой, изи ДПС, да. Надо же. Не-не-не, мне. Ультрашам куда, в личку? Никуда. И ПНР. Изи ДПС вообще нет в списке. Ага. Ну, это был я давно. Обозвать тебя хотел, негодяй, сука. У меня уже так-то 18 штук. Ну что, в списке нет всего. У тебя тоже нет, Ройк. В смысле, я 155-й, блядь. Нифига нет у тебя в списке. Сейчас внесу, подожди. Сейчас будет, блядь. Имплантация. Когда ты там свой анбаф поведешь? Ты никогда, блядь, ты чё, угораешь? Конченый. Анбаф, блядь. Ты хлопнулся, блядь. Ну то палом поведёшь. Ага. Как не холи палом. Два Митриоса ролите там. На успех можно, да? А вы на чё ролите, на мейн, что ли? Так, на один смотри. Сам накину, пока ты там разролишь. Ну давай этому смарту и изи. И вару, наверное. ДК не котируется. Почему у меня один есть, я с двумя одновочками назад. Блять, это Кановская. Да. Да-да-да. Ну там хотя бы сады танковские. Делать нечего, там 2000 ИП просто так что. Сусля танки не надо. По ГП. Набери его. А чё он наёбывает? Может ему ГП дать за это? Как вариант. И хаточку для начала. Рамзес и ни к чём были наличие так. Остальные пойду на ДК сегодня схожу, может что выпадет. Так. Кем ты был, шлятенька? Кем он был? Ну, график это он, что ли? Да. Да. А, да. Я думал, это прицел. Не отменяй, пускай будет что-то это. Подожди, сейчас. Я не начислил еще. Можно начислять, да? Там никчем и этот Рамзес. Только свеча. Уже полрейда есть. Свеча, говоришь, никчем Рамзес. Сейчас отнимем, не ливайте. МГА ты еще не плюсанул, что ли, или что, не понимаю, что ты мне пишешь. Я тебе ИП дал. Олег, давай локом пойду. Давай. Нет, давай друида. Ни к чему, а почему ты ливаешь с рейда? Я говорю, ИП надо отнять. У друида, когда я вчера ходил. Я про вчера был друидом. Давайте я там друидом пойду. Кто друидом? Розетта? Фога, фога. Друид, новенький вот. Давай. Здорово, всем. Кстати, неплохой друид вроде. Смарт килл, давай. Кто у тебя еще есть? Леголас. Фога, да, прикольный.